со сверчком тусоваться, это нормально, в принципе. Так, перезапущу стрим. Лол, ты стримишь сверчка своего? Это же ужасно. Короче, ребят, я кач в легкую тогда пойду. Да? А это рандом. А я вот засаппорчу и медас выфармлю. Это хорошо. Хорошо, спектра и варлок — это сильная тема. Я смотри, у тебя, потом. Может, на туре усиление микрофона стоит там чай. Давай, смотри, я, смотри, захожу... Сейчас. Устройство воспроизведения, микрофон, свойства. Усиление — это особые или уровни? В каком подразделении? Подразделение? Ну, не знаю, особые или... Я знаю, тут какой-то AHC. Подразделение Сизый Кит. Уровни, это, я как понял, типа тише микрофон делаю всего, а особо, я не знаю, у меня выключена тут галочка, а это какой-то. У тебя в скайпе стоит автоматическая эта настройка? Сейчас скажу. Нет. Так, сделай просто почи, блин. Вот так вот? Сверчок ебаный! В этот момент надо убегать из комнаты, нахуй. Уебок. Так, что нам надо? Я долго не могу понять, что нам нужно. Алло, я по телефончику говорил. Я в лес, смотри. Витан саппорт, нам нужен мидер и хардвер. О, я пойду в мид, окей? Только такой саппорт, типа, который ничего не покупает, парни, если что. Ну, курица же есть. Ну да, курица он, да. Ну все. Окей. О, там дестройер, да, давай. Я могу тебе даже это, рекомендации дать, а тебе похуй, я понял. Просто если это потные типы, то могут возникнуть проблемы. Там потные типы, там секьютер, видишь? Тогда пак хард не лучший. Хард мне или что? Пак не лучший выбор, да, хард. Ну и разором я не хотел шпилить и хусиком. Лол, хусик тоже? Хусик не стоит вообще, забей. Хусик убивает, лол, ты чё? Через стрелы. Миллион раз уже видел. Вообще никак. Ладно. Что там бывший профессиональный кейсер, который потом в СК играл. Альберт, а зачем ты толчил Твиверу? Я вот никогда не понимал этого. Драться. Лол, драться норм тема. Слышь, Андрюх, что тебе не нравится? Да, тупанул. Аккуратнее. Андрюха, а у тебя шагер, я тебе даже выходить к тебе не хочу. Ну и пожалуйста. У меня Рубик пришел помогать еще. Пришел? На топ идет куда-нибудь. Я не идет, топс поставил. Наверное, я меня еще поставил. Сотка перекачанная. Я тебя сейчас проветрю, блять. Водичка, вода. Я смотрю, тебе нравится морфинг. Вообще пиздец. Причем любой, сзади или против тебя. Давай, пуля. А я в лесу потею, потею я в лесу. О, да иди нахуй отсюда. Я не ты, брат. Я это... понял, да. Морфлингу. Я даже не подумал, что это могло быть адресовано мне. Тишина сразу. Я сказал. Я фармлю лес, очень весело мне. Тебе нравится фармить лес? Ну, вообще норм тема. А хочешь фармить его всю жизнь? Всю жизнь лес... Блин, не, всю жизнь, наверное, нет. Но вообще лес фармить — это норм тема. Еще прикольно, знаете что, закупаться, короче, ботл покупать и умирать об крипов, когда ты фармишь лес. Вы как профессионал? Ну, типа, как будто ты профессионал, но на самом деле все понимают, что это не так. Но вообще, я, пожалуй, воспользуюсь, наверное, этой функцией сейчас. Андрюх, тебе нужен будет хил? Не. Окей. Да. Нужен. Ну, ты скажешь, когда я подойду кину тебя. Только, наверное, стакну еще разок. Хотя сам даже подойду к тебе сейчас. На пол кинешь мне хил? Я тебе в руки кину его. Я еще и кентавра проебал, как профессиональный варлок. Слушай, а мы сейчас можем уебать шейкера, между прочим. Угу.
Так, трипл, ну-ка, четверипл, нужен четверипл. Если он еще раз так ошибется, мы его уебем. Ну-ка, крипы, вперед, вперед за мной. Спасибо. 8, 9. А, по-моему, уже, а не, уже не. Ошибся, все, поем. Четверипл есть, можно фидить. Да все. Умер, умер, умер. Родимый, куда ты идешь, нахуй, по базарям. Андрюха, дай его мне. Спасибо. Спасибо, Андрюх. А я спичу этого крипа, типа я, короче, ты типа не успевал. Угу. Ой, еще хилочка мне, спасибо, Витюш. Не за что. А я просто сбил себе фласку, так что спасибо. Нормальная тема, кстати. Слушай, ну если он впредь будет так же ошибаться, можно убивать его и повторно. Угу. В принципе, ты можешь сейчас вот лайн отпушится, ты отпулишь, и можно выходить и убить его. Можно, но я бы хотел это зафармить, конечно, все, весь кайф. А тут что такое спаун хороший, мне нравится. Да, блять, почему меня бьет тавр? Потому что потому. Слушай, а давай я к тебе приду, ты мне хилочку дашь. А давай. Давай, Вить. Я помогу тебе еще. Не-не-не, брат, давай без помощи лучше. Почему? Потому что линия идет, вода. Ладно, течет. Я тебе буду оставлять, пофигу. Вы морфлинга с транквилами видели много раз в паблике, не? Спасибо, Андрюх. Все под контролем, ребят. Говно вопрос. Все под контролем, а то вы сейчас подумаете, что я нуб. Ни в коем случае. Все так. Ты не нуб, Лех. Ты отличный игрок и хороший парень. Спасибо. И даггер близится ко мне. Тра-та-та, тра-та-та. Будем сейчас мы отводить. Марфа с транквилами, это типа ППЦ под или что? Он ты... нет, отказывается ты... умирать вообще. Ты его разминаешь, походу, все время ему похуй, да? Я птицу уебал. Ну короче, я разминал его, рубик лечил там. Задрот. Они офигенно кончились, он пошел, транквилы собрал. Я такой стою без маны. Не, я транквилы собираю на морфе иногда. Как вам такое, а? Витюш забрал пассивочкой. Да, я понимаю. А можно мне хилочку? А можно хилочку. Спасибо большое. Несмотря на то, что я крипов подворовываю. Да, я экспулю. Подворую теперь. Одни воришки собрались, ты заметил? Да, все что-то подворовывают, пиздец. Оу, оу! Ого. Да. Спасибо большое. Не, ну Мидас наклёвывается уже. Угу. Я, наверное, скоро в замесы пойду. Мне не нужно фармить очень много. Лол? У меня инвиз разбили. Морфлинг очень потный, пиздец. Да пусть потеряет лол, я приду и килл всех скоро. Вот это я килл курьер использую. Ребята, можно апнуть его? Только не мне. Блин, ну типа я даггер хочу, я не буду апать. Сорьки, конечно. Ну да, апнем его через 700 голды. А можно хилочку мне, пожалуйста? Можно. Да, братан, мы выйдем отсюда. Спасибо большое. Ребят, ничего страшного, все в порядке. На самом деле шейкера можно убивать сейчас, мне артефакты прилетят, я буду достаточно плотен. Надо руками бить. Убьем, а тебе просто руками попиздить. И его. Этого руками бить. А я отведу сейчас, братан. А, ну давай. Мана пока мест нет. А я знаю, что с ним делать. Да вон, видишь, все нормально. Только Найкс этот ублюдочный выжил, это не очень хорошо. Найкс у врага есть, это интересно. Там курва полетела вниз. Морфлингу, наверное, персик несет или что.
Он проебал катапульт, лох. Как там Андрей говорил, плетью там? 4 удара. Какой червивый плюс? Это как глаз, только плюс? Да. Это как гриф, только глаз? Бесконечный пул какой-то, или мне кажется? Какой-то бесконечный этот, светлячок, или мне кажется? Тебе кажется. Все, хорошо. Хорошо, что мне уже кажется. Надеюсь, зрителям не кажется. Андрюха, давай теперь подеремся с ним. А хилочку можешь мне всучить? А могу хилочку всучить. Давай. А может тебе лучше танга просто дать? Хилочку лучше, наверное. Ой, я бегу в мид, Санечка, ты живешь? Я тоже. Спасибо. Крипов можешь побить пока. Хотя кого я обманываю, я возвращаюсь. Как он сделал-то, а? Классно. Класс сделал в натуре парень. Слушай, ну что, по таврам хуярим его? Лол, руну спиздили. Что-то по ПЦ не фит что-то. А, он с арканками, у него ультимативная есть. По тавр будете, да? Да, будем. Давайте, я его здесь щипать буду. Все, он без маны, я щипаю его за соски. Лол, вы без меня, короче, можете. Да, мы такие. Можем еще и как. Почувствовался каким-то ненужным. Медасик прилетел, нормально. Курицей подсветил себе спаун. Хавал медасиком, отправил курицу на базу. Птица на миде уже. Можешь постоять сейчас на линии, получать experience? Ну, могу. Тут еще и Рубен. Оу, Найкс, откуда у тебя инфа? Пока встреча неожиданно. Даже не experience, а можешь пополучать все на свете. Пол, тихо, у меня на крипостом. Нет маны. Надеюсь, ты этого не видишь, брат. О, там Рубика убьет сейчас, травль-то. Да, он немножко ошибся, конечно. Я думаю, он рассчитывал, что я прилечу со своими 300 хп. Но он ошибся. О, Шейкер, иди нахуй отсюда с фиссурой, а гриппой за тебя не добил. Блять, первая смерть, это всегда так больно. О, грязь, какая грязь. Кш. Лёха, классно. Да я его просто, чтоб ему, ну, не так сладко тут стоялось. Чтобы неприятно ему было, понятное дело. Слушай, он что-то не хочет тут уходить. Да не. Ну он на самом деле непонятный очень. Он сдох. Типа... А, нет, слышишь? Андрюх, ну вот если б не твои вот эти, я бы точно не пошел за ним. Лёх, ну видишь, я подбадрил тебя, я старался. Поддерживал меня морально? Да, пытался. Витюш, сейчас я приду, и если он останется на месте, Олег, где он был... Олег, там собака с ДД, пол хп. Да, я знаю, же на нее иду. И сейчас после этого мы ее генч. Блин, как же Андрюх. Неприятно, что там морф есть, он так ебёт. Морфа нет, нету нихуя. У него, ну как бы, ну типа да, на самом деле нет нихуя. Вить, ой, если пойдет Vision, скинешь наебал. А, у тебя нету маны. Маны. Я, ребят, лечу настолько быстро, насколько битрайдер может себе позволить это сделать. Го туда прям. Поглубже. Да, поглубже идем. Тут трипл килл, на самом деле, арбой можно. О, какая грязь! А это... Дам сайленс, мы сейчас дал. Но падение какое-то сверху. Пожалуйста, было. Колдуй в ту сторону! Хорошо! Это, почему? Ебало ему набить. Он конченый? У него типа эхо слэм может быть. Гоу набивать ебало. Пизды им. Тут а это... желтый еще летит. А ребят, это... покажу всех, кто здесь есть. Лол, это грязь. Мне ноги отказали, задние. Я пошел фармить, мне больше не нравится эта игра. А вот этого... Ай, ноги, блядь, почините ноги. Тут Найкс еще. Да, надо бежать, наверное. Я это и делаю. Маны только нету, нихуя. Как же они меня заебали? Ну давай, короче. Да я уйду. Хорошо. Я ж, черт побери, спектра. Зато вот у нас варлок теперь выфармливает, пока есть время. С Мидасом. Знаменитый. Конечно, там и Аганим, смотрите, будет. А где Аганим, там рефрешер, а там и Хекс потом.
И mm-hmm. еще один рефрешер, чтобы рефрешить. Галимчика ебану, наверное, блять. Да, давай, давай. А там еще Дестер пришел ко мне. Ну ладно, давай Дестер побазарим. А тут еще есть ТП сейвов пошло куча. Ну ладно, ладно, все, тихо. А вот Петюш, так вот я тоже на сейв. А вот такой вот манс. А там, по-моему, он умирает, или я ошибаюсь? У него нет эхо слама. Лол? Что за фит? Лол? Он отказывается нажимать лол, на кнопки. Лол, мне нравится эта игра уже. Можно этого рок забрать? Санёчек, можно его. Да, я пойду на баску, братан. А там, блять, бота лабится. Как мы его убьем? Сало, дай ему. В любом случае, он бы качался и качался. То есть... Я хуй знает. Бесплатно ульт пробил. Ой, Андрюха, красава. Спасибо. А зачем ты упал на крипов големом? Ну, так вышло. У меня два костра догоним. Ребята, а я, может, смогу победить Рубена? Альберт, если там что-то сделаешь? А, ну смотри как. Делай, Андрей. Сейчас поднимет, небось, все как грамотно сделает. И товарок, наверное? Наверное, Андрей. И крипов. Такие молодцы, ребята, не нарадуюсь просто. Да, конечно. А говорили потные враги. Не, ну, хоть похилю, ты не пойдешь на базу. Пиздец, Андрей. Мы-то еще лучше получается. А если с даггером приду вниз, Андрюха? А лучше в мид. А вас там двое. Не, в миде просто типа стрёмно. Ну, ЕС тут был, у него не получилось, он ушел. Больше не будет никого. У ЕС 650 ТП. Ай! Как какая грязь, Андрей. Неудачник, как второй выстрел ну, блин, пошел. Санечек, вообще тут нечего делать, медиа хз, что-то у меня так это. Слушай, хорошо. А, ты же это фармер в команде твоей. Хз хотелось. Не, ладно, я буду сейчас уходить. Хардер уже? Да, уже хардер. Причем успешный молодой человек. Если что, я могу дать тебе несколько уроков. Я на медведе, блядь, последнюю игру выиграл на 11 минуте, 8-0 у меня было. Я встанем. Я тоже так примерно всегда на харде стоял. Только у меня был 0-8. Привет. Лол, почему он твой? Он же мой. Это джуб. Как-то добить её, и мне нечем. Лол. Нормально. Блять, что делает Вивер? Что делает этот сынок? Хорошо. Как стилит хорошо спектра. Несмотря на этого Вивера. Аморф-то фармит, ребята. Хорлинка. Я бы на месте Морфа, когда у меня появится Радик, я бы сказал, типа, пацаны, короче, спектра с Радиком, я буду делать иллюзии, будем пиздить всех ей. Я, кстати, не буду драться со своей иллюзией, если он будет делать мою иллюзию. Потому что она пиздит, так сказать. Андрюх, если чего льтанешь, я тут морфа планирую сейчас это. Да, конечно. Размотать чуть-чуточку. Я помогу. О, слышишь, смотри, Андрюх, он вообще ошибся. О, помогать. У него очень маленькая вероятность помогать. Уйти. Согласен. Блин, я что-то так трачу барабаны свои. Как будто это бесполезный айтем, который нужен только для начала игры. Давайте на миди уйдем. Давай, я иду. Слушайте, я бегу на хосте, он не уходит уже. Ну, я не на хосте. А я делаю вот такое ТП. И вот первый голем в этой игре! Это ты второй. Второй, да. А он, кстати, украл хилку у меня, вроде бы. Не знаю, короче, кто у них там потный, но дестройер точно этот, огрызок, во. А чё, Рубик сразу видел? Голем, не голем. Я просто давал хилку. Андрюха, эй, сакрит, сакрит твой, опять, что ли? Угу. Ну-ка, юзай тогда. Ну-ка, дай палку у меня только, юзай. Спасибо. Профессионал настоящий, походу. А у тебя фрифарм был, Андрюх? Да, фрикач. А крипов сколько у тебя? 91 всего. Ну, я летал, я дрался. Не, ну это понятно. Так, ебать, тебя... это я залетел что-то. Что-то по борщу. Борщ? Ебать, что-то залетел кто-то.
А Морфа не хочет голем побить? А он его и бьет? Понял. Ага. Ну тогда давайте, ребята, наберете. Давай. Да, да, определенно наберете. Собака еще бежит, по-моему, кто-то уезжает у нас. Бля, Витян, я давай. Погоди меня! Я побольше. Погоди меня! Хорошо, братан. Ебать мы исполняем, братан. Да, пацаны, молодцы, вообще здорово. А им есть. Не нарадуюсь. Нет. Нет. Короче, там морф. И он. Нет. Я возьму хочет... внизу. Он в говне, блядь. Слышь, он... я возьму внизу, да? А, ты возьмешь, да? Ну, да, 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 возьму. Так грязная, сточная вода просто, а не морф. Фекалии. Он мне реген сбил. Лицо собьет тебе, по-моему. Слышь, лучше бы я взял, Сань. Так, сейчас у меня, короче, когда появится Радик, я прям сразу обозначу то, что у меня появился, и на врага я направлю его. Ультой. А можешь еще подождать немного, пока я зацеплю дестройера в медиа? Через сколько ты будешь? Ага, вижу, летит. Давай тогда я тебе типа, цепляю дестройера, и ты ультишь в этот момент. Или ты ультишь, а я цепляю сразу. А как давай, ты? Слушай, я не растерялся, давай как получится сделаем. Как всегда. Ну и что? Гол? Вот так и надо было сразу сделать. Спасибо. А там Рубик так. Не сдох случайно, нет? Я умер. Ребятки, у меня голем есть. Гоу. Генч. За големом гоу. Андрюха, а что это за радиации какие-то, блядь, пиздец? Кач, не позволяю. Балуешься? Немножко. Ну, магии. Немножко-то ладно, хуй с ним. Так на этой раз, что тип с Эгисом баловался, я помню. Да. Да? Угу. А он так вот баловался? Не, так не баловался. А у него другой герой был, Витян. Да? Да, да. Я понял, окей. Может, если б на варлоке так ебать, бы тоже... Ебать, что они делают? Вы шо, ебать, пощадите нахуй. Из западной Украины прям сейчас было. Из сердца просто. Как ты его отбросил-то? Стратежно. А хули он хотел? Геннадий нормально дает жару. Дает прикурить. Я, если честно, удивлен. Удивлен твоими способностями. Может, тебе на кэрри пересесть? Нет, а я говорил, слышишь, я пересяживаюсь профессионально на кэрри. Парни, они не дефят, гоу, может. Ты тебя позвали в профессиональную команду на кэрри? Да, куда-то? Да, в профессиональную команду. Здорово, Андрюх. А... Рад за меня? Да, на самом деле очень. Спасибо большое. Очень рад за своего друга, конечно, как же я могу быть не рад, Андрей. Ну, действительно. У меня, видишь, Лёха, ещё Яша появилась. Парня, вы слышали про Варлок, который хотел сломать им трон, но не получилось? Угу. Андрюха, у тебя ультимейт, я знаю, скоро будет, да? Да, 5 секунд буквально до ультимейта моего. Давай опять зацеплю кого-нибудь, увезу к нам. А я хочу вот снизу, хотя Альберт его и так в соло бьет. Вон, смотри, тут 3 пассажира, я предлагаю уебать всех 3. Давай. Смотри, я пошел. Этого я стакаю просто, этого на самом. О, Андрей, убиваю. Ну это, этого... это, блядь, чистое жульничество, нахуй. Я случайно. Ты да ну, пизду, блядь. Бля, у меня лассо сейчас будет. Все, вот когда я шел, let's go. Вот этого еще. Вот этого. Спектру, спектру! Блядь, она сжигает меня, даггер, сбей. Ёбаная спектра. Альберт, ну я случайно. Ну, пиздец, я так старался, нахуй. Ну, я понимаю, извини, пожалуйста. Андрюха, давай дерну кого-нибудь под тебя, а ты его килл. Ну, попробуем, давай. Через 3, 2, 1, 0. Смотри, Андрюх. Вот это устроит, а вот это пассажир? Да, нормально. Ой, слушай. Я отталкиваю. Тут забавная история такая случилась. Я отталкиваю соперников. Самая забавная. Андрюха, я похилю, братан. Да я домой, наверное, пойду все. Да давай не надо. О, какой тагер хороший. Ой, Андрюха. А ты много хилить меня будешь? Могу пару раз. Пару раз мне не хватит. Я думаю, тебе хватит пару раз. Кстати, это, на Dota Buffy у меня за 2 года ни одной игры выигранной на Вивере нету.
Сейчас я артефакты сломаю свои, Альберт. Отмечать будешь? Это да ладно, как... не буду, я лучше повыебываюсь артами своими. Как ты такую информацию, Альберт, знаешь? О, ну, на дотабафе посмотрел. А гоу по миду, парни, есть голем. Нет, брал. Там это, короче... Я хочу пойти уже спать. А дай мне лечащую способность голема, еще раз, пожалуйста. Голема, на тебе голема. Тихо. Так, че выебуешься, блядь? Журавль, нахуй. Давай ебашиться. Бояться, будем... смотри. Ну, парни, ну давайте вот этого, пожалуйста, хотя бы вот этого. Ну, этого можно. Какие профессиональные стилы от этого игрока на спектре? А вести надо кого-то вам, ребят? Я могу вывозить. Вести пока рано еще, наверное. А ты придешь? Блин, ни одного крипа не хватает на важный артефакт. Ну зачем тебе топор этот, Андрей? Ну в смысле зачем? Он же. Ну он тебе клёвый. атаки дает он тебе. Да он мне жизни дает. Жизни. Это ж поважнее. Ну, атаку дает он. Блин, хуйня, Андрюх. Андрюх. Ребят, ну не знаю. Атаку не дает, мы тебя ждем. Что за хуйня? Да а че, вы можете нападать, у меня же есть эта способность. А, да? Фу, так ты бы сразу сказал, сорин. Ульти, ульти. Рубик, по-моему, пожалел. О том, что решил пикнуть Рубика. Спектру нет. Блин, она разъебывает меня. О, слышь, она на туре на скилл сейчас всех тут. Да, хуево получилось как-то. По-моему, фиссура будет вас троих сейчас. Может такое быть? Не, в меня одного получилось. А кому-то хочется похилиться? Мне хочется похилиться. Спасибо. Может поехали? Поехали. Да можно. Еще поедем, пацаны. Так. Так. Да, смотрите, поехали. Что умею, ребят, смотрите. Вух ты, ничего себе, как сделал ты. Напугал? Меня даже напугал, Лех. Не говоря уже о враге, да? О враге. На врагу. О, Санька ворвался. Ну все, пошли. Леха, хочешь хила? Братан, держи. Давай, а шо? Давайте тавы добьем. Давайте на Аксу добьем. Он не бил нас. Андрюх, вот тебе. Куда тебе? Вот сюда, может, его тебе? Давай, спасибо. А. Как мансует парень, а? Мансит, мансит. Пойду хиданул, а то как-то... Не знаю. Неприлично как-то, да? Надо. Одна из немногих игр, кстати, где я пока еще ни разу... А, на... зря я это сказал, сейчас же фурстаф и начнутся под фонтан. Не, я все, я, пацан, не умру в этой игре уже. Обещаешь? Да. Ну-ка, пойдем посмотрим, что у них там. Андрюх. А есть, Андрюха, может рискнем? Питаешь немножечко. У вас два фурстафа уже, да, ребят? У меня нет фурстафа, я бы големчика вкинул бы им на, блядь, на плечи. На брюхо. А морфа хотите, ребят? Давай, а давай морфа. С доставкой на дом. А, понял. Ого. Он против немножко. А дайте им выйти, блядь. О, морф здесь. Блядь, он мне иллюзию сделал. Пацаны, они так сейчас... О, я не буду помогать, а мне вас разъебут сейчас. Иллюзии этой. Лол, почему не пытаются... Я бью эту иллюзию сейчас, Андрюх. Лол, да убиваем ее нахуй. А у нее дисперсии нет, лол. Есть. Убить ее нахуй! Не, нету. Она бы там намного сильнее вам разъебашила бы. Ладно. Что-то она и так сильно какая-то, Андрюх. Мы ее так и не убили пока, во, убили. Андрюх, оставишь мне что-то добить? О, смотри, вот шейкер сверху. Прикольный парень. О, еще одного получилось убить. Приятно-то как. О. Трошка ебать бьем? Ну я его увожу. О, нахуя, Рубен. О. Враги. Это настоящий, наверное, да? Да, да, да. А он, наверное, не знает, что у меня рефрешер летает, да? А!
Найкс убийца, так, ребят. Так, жить, ага. Бенч! Ну нормально получилось все равно. Тихо. Так, а я же вроде хотел не умирать в этой игре. Парни, а можно? Можно вот этих? Хотя они меня разве убьют? Удота, удота. Не знаю, я фижу наоборот, прям как чем. Чем больше, тем лучше фижу. Удота, блядь, закончилась у нас. Одной фиссурой. А чё не деф, я не могу понять. Хз. Лёх, ну я много на кэри играю в последнее время. Андрюх, ну это, блин, хорошо. Это хорошо. Если будешь делать команду, возьмёшь меня? Если разбанят меня, то обязательно возьму тебя, наверное. Если буду сам делать, Андрей. А на роль кэри или на какую роль? Ну, мне кажется, на роль менеджера. Ну, или репортера. Так, или интервьювера. Не, это меня тоже устраивает, спасибо. Если вдруг так случится... Пацаны, спасаю дестройера, увожу его с драки куда-нибудь, братан, улетай. Не могу. А я шейкер, опа? Со спектрой хуярюсь, нормально. Побеждаю. Кто сильнее, спектра или спектра? Спектра сильнее. Слышите, я застрял. Битрайдер застрял в лесу. Хуёво. Что может тебя быть глупее? Ой, Санёк, смотри, чё мучу. Давай. Неждан какой. Неждан, видел? Угу. Неждан, как негадан. Ну и я чё мучу. Больно ему. Вон, Рубика влез. Да, в другу залез у его. Мои баллы набью. Гоу-гоу-гоу, вытравим. Андрюх, вылез. Мне кажется, у тебя сейчас настолько важное еблище, что... Да, Лёх, я сейчас заулыбался, когда ты мне это сказал. Да? Ну реально такой сидишь такой. Нихуя прям угадал, в ПКП дал, меня фонтаном убило, он ультует. Журавль ебаный, дикий, блядь. Не, Андрюх, это полезно. Это полезно пиздить всех, чтобы потом сидеть и думать какой-то охуенный. Зато в следующей игре насосу как мразь. Ну почему же? А вдруг у тебя белая полоса в доте? Да, конечно. Та белая самая полоса пур скилла, Андрюх, чистого. Чистейшего. Ну-ка. А под фонтан не хочешь уебать их всех? Не. Ашок, лаку захвати. Понял. Good game. Смотри, Лёх, 30-22. Блин, Андрюх, че, посмотри на мой стат. Ладно, репзи. Спасибо за тем, я пошел. Видишь, как я потею? Играть, нормально. Покеда. Витюш, уверен? Да.